Как заявляет прокуратура, в здании не соблюдались санитарные нормы. Например, не проветривался спортзал, в помещениях была повышенная влажность, да и уборка раздевалок проводилась слишком редко. Напомню, осенью в Усть-Абаканскую больницу с пневмонией легкой и средней формы попали 28 учеников. По мнению надзорников, такого количества заболевших можно было избежать. Медицинским персоналом несвоевременно дети были отстранены от занятий, те, которые были больны респираторными заболеваниями. Далее также было установлено, что, соответственно, не был уведомлен контролирующий орган, соответственно, противоэпидемические мероприятия были организованы несвоевременно. В школе был введен карантин на 10 дней. Сейчас занятия возобновились, но еще не учатся из-за ОРЗ два небольших коррекционных класса. Между тем, руководство районного управления образования уверяет, результаты проверки к ним не поступали. Да и нарушений со стороны администрации школы не было. Педагоги намерены отстаивать свою точку зрения на комиссии в Роспотребнадзоре, которая состоится на следующей неделе. Именно санитарные врачи окончательно вынесут решение, наказывать руководство школы или нет.